Ниндзя! Всем хай, это продюсер, и сегодня я вам расскажу историю о моих похождениях в единороге на 1000 очков на половину стола. Что из этого вышло, давайте вместе смотреть. Первый тур мы играем с Александром. У Александра... Вайтскары. Батальон 3 хакушника. Первый капитан укачанный Зюзи с двумя оверлок-тритами, я тебе их потом назову. Либер, который знает скач на ветрах и отмену овервотча полную. И капитан на байке с зубиком Терри, я тебе сразу скажу. Пачка колобков из 6 хакушных, пачка агрессоров из 5, одного я потом уберу. 3 пачки скаутов, вот и все. Все, что лезет на 1000. Мой первый оппонент – это Александр. Довольно опытный игрок, заядлый спортсмен и, в общем, полный молодец. Но, несмотря на свой молодой возраст, сейчас научит самого красивого из ТФЕ играть в настоящий потный вархаммер. Моя Кадия, мой Катачан, 2 батальона, 2 Василиска, 2 танк-командера, Battle Cannon и Demolisher, 2 плазмы хэви-болтера, 6 трупсы, 2 астропата, 2 больших компани-командера, 1 маленький, 1 харкин. Астропаты знают плюс к сейву и минус ту хит. Вот наш стол, сейчас будем расставляться, вернемся к вам через несколько секунд. Ну, что сказать про ростер Александра? Ну, это вайтскары. Если честно, я с ними еще ни разу не играл. И как-то сначала даже не придал значения этому ордену, ни капитану на реликовом байке. Пфу, фигня какая, подумал я. Мое внимание было приковано к агрессорам, отчего-то я опасался за свою пехоту. Хотя самым страшным юнитом для меня были центурионы с пилами, выходящие из аутфланга. За это мне еще стоит поплатиться, но не будем забегать вперед. Вот наш стол, все очень громко, приносим свои извинения. Значит, вот наши все точки. Главная миссия в начале второго батл раунда приносит к точке по одному victory поинту. Мой оппонент расставляется первым, я выбрал вот эту сторону. В клубе огромное количество народу, шумно до безобразия. В какой-то момент это даже напоминало римский Колизей, когда гладиаторские школы выставляли своих бойцов на арену для выяснения, чьи же воспитанники лучше. Не хватало только криков беснующейся толпы «Убей! Убей! Убей!» Хотя нет, это тоже присутствовало. Вот мы расставились. Я вот так линиями танки Василиски, мои герои. Мары оппонента забились в руинку. Я не перехватил, он ходит первый. Вернемся, когда сгенерируют маэльки. Пришли маэльки, Супримаси, Мастер Заварп и одна вскрытая. У тебя 4 КП. 14. У него 4 КП, у меня 11. Агрессор инвансит на 2 плюс 1, в итоге на 8 прибежали и на них потратили ЦП минус 100 хит. Либер тернатовского армори за ними же бежит. Эти скауты без адванса пришли сюда. Вот эти с адвансом на 6 сейчас будут двигаться куда-то. И эти мальчонки с адвансом тоже бегут ближе к руинке. Капитан с адвансом на 20 сюда приехал. И варлорд на 22 приехал сюда. Он игнорит террейн, игнорит вражеские модели. Че он только, блядь, не игнорит? Фаза магии. Скастили на вот этих скаутов игнора овервотча. Получили перила, одну морталочку этому. Агрессоры разрядили стрельбу, сбрили вот здесь мальчишек, оставили троих. И вот в этой пачке убили 9, остался один. Этот отряд скаутов почаржил во всех, пришел сюда. Этот почаржил вот в этих мальчуганов. Капитан почаржил на 3 всего мальчуганов, которые внутри сидят. Дальше продолжаем. Скауты также пришли сюда. И капитан приехал к первому отряду ИГшников. Фазу ХТХ. Разобрали отряд ИГшников здесь, завязали танк. Здесь чуть-чуть еще разобрали ИГшников. Тут моих шапочников тоже убили. И здесь убили отряд. Я в ответ всего убил 2 скаутов. И как-то так. Ледоки, значит. Ледоки, ну этот убегает. 7 меня убили, я кинул 4. Ледак у меня 7, все вот эти убегают, к сожалению. В ответ побили и убили 3 скаутов. А на ледаке их 4.
осталось. Я кинул 3. Ровно стоят. Я не могу в математику, поэтому двое убегают. И танк раздавил одного скаута. На конец своего хода мой друг выполнил мастер The Warp, скрытую, Imperius и Supremacy сбрасывает. У меня 7 КП, а у тебя? У меня 2 КП. А у моего друга 2. Да, уверен, что вы сразу увидели ошибку в расстановке. Растянувшись на весь свой диплой, я все равно очень плохо прикрыл свой танк с реликтовой батлой. На что мне тут же указали агрессоры, которые расчистили место для своих скаутов, которые его и завязали, а фактически выключили на всю игру. Возможно, стоило забиться в уголок, отскриниться пехоткой и ждать выхода центурионов. Задним умом, я как всегда умен. Я знатно поел говна, набрал 5 миссий, скинул их и набрал еще больше. Big Game Hunter, Secure 6 и Troops on the Ground взял себе, но все говно. За 2 ЦП скинул 2 карточки, взял Supremacy и Behind Enemy Lines. Какое же я, говно, а? Моя Moomin фаза, танк фуллбэкнулся, 2 мальчугана от капитана фуллбэкнулись. Эти подошли на 6 дюймов, 2 компании команды распустились. Все. Фазу магии сюда скастили, минус ту хит, плюс к сейву не скастили. Приказы пострелять, подымить. Сюда первая шинга огонь, вторая шинга огонь. Там на себя под рерол Денис ХТХ и сюда рерол Денис ХТХ. Стрельба. ИГшники сбрили скаутов. Танк разобрался с первым капитаном. Оба Василиска оставили капитана в 3 мундах. Как-то так. Я хорошо кинул, но мой друг хорошо откидывал сейвы. У меня остался 1 КП, и у моего друга тоже 1. Переходим к черджам. Фаза черджей. Вот эти мальчишки обосрались, кинули 2-1. За последний ЦП я его приролил. Угадайте на что? На 1 не дочаржил. 2 компани командера добежали, и один астропат тоже решил побежать. Эти не дочаржили. Вернемся после драки. ХТХ. Мы ему ничего. Он разделил атаки 4 в компании командера и псайкера. Псайкера не попал, но командера раздавил. Что я выполнил? Ни хера. Раз я обосрался на расстановке и в период хода оппонента, давайте не будем отменять традицию. Давайте и карточки говняные наберем, а потом их заменим и еще раз говна наберем. Вот сейчас видно, как важно правильно составлять колоду. Давайте на тоненького не добьем варлорда. Давайте не сможем почаржить на 5 дюймов или 4, или что там, неважно. И чтобы подытожить, майль тоже не будем выполнять. Ясно, пошел я нахрен. Ясно, пошел я нахуй. Второй ход моего друга, No Mercy, Assassinate, Priority Order Receive взяли... Хуры Эмперов на Варлорда. И Термолибр прибежал на 9 сюда. Фоллбэк за капитана. Вот сюда он приехал. Центурионы пришли аутфлангом в 9 от героев, 9 от тангов. Стали вот так. Это все здесь. Магия. Райдевайнс на них, плюс 2 к чержу. Туда не скастили, плюс 2 к чержу. Приролим единицу за последний ЦП. Последнее КП потратили, не скастили. Плюс 2. Дать им Гнора Вервоча. Да. И сделали на них Гнора Вервоча. Фаза стрельбы. Агрессоры разделили стрельбу. Компани командера Псайкера и отряд мальчишек не справились до конца, но им помогли центурионы, которые достреливали еще вот сюда. В итоге оставили Василиск в 3, 4 мальчугана здесь, а командир и астропат кончились. Черджи. Попробуй черджи агрессора. Сюда где-то надо 11-12. Нет. Дальше. Агрессоры не дошли. Лобасы, сюда и сюда. Ну, 9 до танка, а сюда надо там 11-12 примерно. 3 и... 9? Четко. Плюс 1. Плюс четко. 1. Я даже... Плюс 1, помнишь? Ну, да. Вообще здесь ровно 9, плюс 1, поэтому дошли. Походу, пи***а моему танку. Походу, кончился мой танк. Капитан хитро почарджил вот этих 2 мальчишек и встал в дюйме от танка и сюда. Делай хитрости на камеру.
Смотри, вот мой ПЛ. Я становлюсь ближе к этим пацанам. Да? Я заявлял через что-то. Я стал ближе. Да. Потом я их убью и еще консолидирую. Вопросов нет. И центурионы пайлынятся к Василиску и Танчику. Василиска разобрали там с трех пацанов. Остальные три били в танк. Василиск не взорвался, танк взорвался. Три морталки занесли вот этому негодяю. Ну или там какому-то из них, неважно. Капитан убил Астропата. В ответ варлорд наш нанес ему одну бомбу. Он его оставил в одной. Танки Василиски не попали, не пробили. Танк ему нанес, неважно. Здесь 4 victory поинта, priority order сделал варлордом по часу. Здесь 3 victory поинта, потому что убил 3 человек. И здесь 2 victory поинта, и здесь 2. Потому что убил больше 3. Все. Главная миссия, сколько ты держишь точек? На начало своего надо было, видимо. На начало своего. Одну. Одну по основной. Мой второй ход остается вот это. И взял прайд. Ну, как-то так. Фиг знает, что сказать, если честно. По-моему, все закономерно. Как в футболе есть такая фраза. Не забиваешь ты, забивают тебе. Четкая запланированная игра Александра и мои грубые ошибки переводят к чудовищному разрыву по очкам. И я ничего не могу противопоставить. Стою, смотрю, учусь, иногда сплевываю. На начало своего хода я получаю одну по основной. Значит, танки все остались завязанными. Мальчишки подвинулись, эти подвинулись. Ну, как-то все, наверное. Очень сильно хотели добить раненого центуриона. Все стреляли туда. Второй сейф хранит. Все чаржат сюда. Всеми силами допинали этого капитана, варлорда. Но мы не выполнили карточку, потому что мы убили не черектором, а ИГшниками, простыми мальчуганами. Как-то так. На третий ход моего друга, значит, он вскоре две основные. И предлагает нам Defend 5, Blood and Guts и Death from Iraq. На Libra с кастеля отмена Overwatch, перила, три морталки, остался в одной. Эти мальчуганы подходят сюда. Агрессоры растянулись, чтобы скорить две точки. Сейчас будут стрелять. Базу стрельбы убили всех, кроме Company Commander в одной дырочке. Чаржут всех, у них отмена Overwatch, кинули три, но он их всех завяжет. Он ближайший в одном дюйме. Дальше. 4 в одном дюйме от Company Commander. Этот, походу, так и стоит. Стоит. Дальше. 4. Дальше. 5. Я сюда консолидируюсь. Все побили. Этот Василис кончился, не взорвался. А Company Commander убили морталочками. Этого побили, он взорвался, раздал морталки, наконец я одного раненого там добил. Консолидировался на точку, что ты выполнил? Ну, так как ты больше не ходишь, Death from Above я скидываю, Blood and Guts, я тебя убил 3 юнита файт базы, отдал морталками 2 танка. И Defend 5 я сделаю на твой ход. Поэтому вот эти 4 я сделаю. В общем, какая-то такая ситуация, я рад, что убил одного сраного Центуриона одного, да, а убил Варлорда. Спасибо тебе большое, мой друг. Спасибо. Береги себя и свои минки. Спасибо за хорошую игру. Максим! Благодаря игре с Александром я понял очевидную вещь. Как важно и правильно формировать новую колоду Маэля. Как важно подбирать карты под конкретного оппонента. И, скорее всего, больше 18 карт брать просто бессмысленно. Пойду анализировать это поражение, чтобы в будущем не выглядеть так же беспомощно и бесполезным. Спасибо всем большое, что были с нами. Берегите себя и свои миньки.